В железнодорожном районе произошло возгорание общественного транспорта. На месте работают сотрудники МЧС. По данным очевидцев, причиной возгорания стала неисправность автомобиля. Дым от пожара был видно даже с соседних улиц. К месту пожара оперативно прибыли сотрудники МЧС, скорой помощи и полиция. Да, маршрут номер 52, 16.05. Произошло возгорание микроавтобуса «Газель-НЭП». На момент прибытия в 16.11 первого пожарного подразделения, второй пожарно-спасательной части, наблюдалось открытое горение автомобиля. В течение 7 минут сотрудники МЧС ликвидировали происшествие. В тушении пожара участвовало 2 машины и 7 сотрудников МЧС. В результате возгорания уничтожен автомобиль. По данным МЧС, предположительной причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. По итогам случившегося пострадавших нет. Юлия Руднева, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.